Эту фамилию знает каждый фанат бокса. Василий Ломаченко! Василий Ломаченко или Лома. Лучший боксер 21 века. Он выиграл все, что только возможно. И в любительском боксе, и в профессиональном. И он благодарен за это своему тренеру. Он многому научился в жизни. Быть сильным и помогать слабым. Верить, любить, побеждать. И он благодарен за это своему отцу. Василий мечтает, чтобы имя его отца навсегда осталось в истории. Что видит отец, когда смотрит в ринг на своего сына? Смотрите и вы. Папаченко. Премьера на Мегого. 29 августа.